Наша задача – не снижать планку и обеспечивать поступательное движение целевых показателей и национальных проектов, сказал глава региона Андрей Клычков на заседании по реализации нацпроектов в Орловской области. Участники встречи особое внимание уделили вопросам повышения рождаемости и поддержки многодетных семей. Как сообщает пресс-служба администрации области, в 2018 году на Орловщине родились 6770 детей. На сегодняшний день ежемесячная денежная выплата в связи с рождением и усыновлением первого ребенка уже осуществлена 1656 семьям на сумму 53,9 миллиона рублей. Уже в 2019 году к нам с вами в регион поступит 3 миллиарда 74 миллиона рублей межбюджетных трансфертов. Средства значительные, и мы сегодня, в первую очередь, должны обеспечить максимально эффективное их использование и достижение этих целевых показателей, которые выглядят непростыми, но абсолютно убежден, что достижимыми.